Обычно посторонним вход воспрещен, но депутатам Чебоксарского городского собрания сказали добро пожаловать. Они проверили, насколько комфортно детям отдыхать в летних лагерях. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре. Такой романтики современные лагеря лишены. В Бригантине дети живут в комфортных корпусах, питание 5 раз в день. Завтраки, обеды и ужины для них готовят повара. Столовая – одна из первых точек, куда наведались депутаты и участники проекта «Народный контроль». По дому не скучаете? Зашли в столовую, обычно очень много жалоб бывает, да, еде непривычной к домашней. Но здесь вот в этом лагере дети очень довольны и с удовольствием, так скажем, бегут в столовую на следующий прием пищи. Лагерь стоит практически на берегу Волги, но чтобы искупаться, ходить никуда не надо. Здесь есть бассейн. Пробы воды регулярно берут специалисты. Плавать есть где, а вот с местами для занятий некоторыми видами спорта – проблема. Есть над чем работать, потому что пионерский лагерь требует ежегодно каких-то вложений. В частности, задавали вопрос о том, что необходима волейбольная площадка, баскетбольная площадка. Мы это обсудим при, получается, формировании бюджета на следующий год. И, конечно же, постараемся это учесть. Эта проблема разрешимая, а других не выявлено. Мы сегодня прошли, посмотрели территорию, где проживают наши, как бы сказать, отдыхающие дети. Посмотрели территорию, где они спят, спальные места. Посмотрели бассейн, где они купаются, территорию, где они занимаются спортом, территорию, в данном случае, посмотрели столовую. Особых замечаний, нареканий нет. Все условия для того, чтобы дети наши здесь отдохнули, получили заряд бодрости и получили эмоции от этого отдыха. Итак, условиями в лагере «Бригантина» народные избранники и народный контроль остались довольны. Единственное, что контролю не поддается, это погода. Но за нее администрация лагеря ответственности не несет. Ольга Пырочкина, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика.